Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Да, получилось у меня зайти с горем пополам. Сколько мы, считай? Ну, около недели, наверное, мы не были, да, в игре? Что в юрском мире, что в драконах, всадники Олуха. Но я тебе говорю, что это не моя ошибка, ребят, не моя проблема была. Это именно что-то с серверами, потому что я ничего особенного не делал и ни с того ни с сего вдруг опять зашел. Хотя до этого не мог, выдавал какую-то ошибку именно с соединением интернета. Типа он слабый и тому подобное. Так, ну что, ладно, давай мы, наверное, с тобой вот здесь вот. Оп, может быть, уровень получим, кстати. Скорее всего. Да, ребята, 56 уровень. Так, территория, уровень схватки. Кстати, теперь у нас будет пеликанимим, я так смотрю, да? Доступен. Замечательно. Ну что, неплохо мы, кстати, расширили себе территорию здесь, согласись. Так, заберем здесь награду. Используйте ускорение, примите, так, ПВП, собрать моды. Давай, наверное, быстренько моды заберем. А, еще и сделку. Давай-ка сделку глянем. Пагода в саду. Пагода в саду за 216 тысяч еды. Не хочу. Не хочу. Баксы на тропические цветы, да ну. Да не буду я вот это менять все. Тропиогнат меняется на монеты. Нет, меня это не устраивает. Есть что-нибудь нормальное-то? Баксы на ДНК. Ага, пеликанимим. Нет, все это не то. Так, критозавр, диплокалус, диплодок, скалозавр, галимим. Давай он гигантозавром с тобой поменяем на баксы, наверное. $10. Так, а можно еще что-нибудь? Че, все, что ли? Всего... ребята, у нас же не випка, поэтому все, ребят. Одна попытка. Так было бы три, а так всего лишь одна. Ладно, забираем награду здесь. Что у нас тут еще? Собрать три моды. Ну что, пойдем. Быстренько моды, наверное, тоже заберем. Ну, уже буду не за еду. Ребята, еда нам нужна. Ты спросишь, куда у тебя еда делась? А я тебе скажу. Я выводил, не выводил, а точнее улучшал птеродактиля до 30 уровня. Знаешь, сколько там стоит, чтобы его прокачать? Короче, я там, да очень много я туда вбабахал еды, если честно, там за лям с лишним. И я его не прокачал, мне не хватило. Так, по-моему, все, да? Выполнили мы это задание, заберем награду. И дальше у нас ускорение, это понятно все. Принять ПВПшку. Давай вначале мы с тобой заберем, наверное, наших динозавров. Вот здесь у меня был птеродактиль. Вот. Он у нас, как говорится, созрел. Здесь у нас кто это такой? Что-то я не помню. А, это у нас гауфиозавр. Окей. Дальше у нас... Они что, вдвоем? Да, они вдвоем готовы. Так, леоплевродон. Раз. Там еще второй есть. А, тут еще и Кайвакея готов. То есть они все созрели, да, получается? Ладно, только вот когда их прокачивать, и мне не хватит еды элементарно, друзья мои. Просто не хватит хавчика и всех прокачать. И раз такая уже пошла пляска, давай-ка мы кого-нибудь с тобой поставим на эволюцию. Только бы вот нам определиться, кого бы нам туда поставить. Так, ты кто такой? Зухамим. Зухамим пока пускай посидит. Суперзавр. Ну, честно говоря, что-то неохота мне пока суперзавр. Мне... О, мы можем... Да, давай птеранодона будем скрещивать. Как раз у нас 2.30 есть. Вот пускай он начинает эволюцию. Летунчик нам не повредит. Так, что у нас тут? Забираем награды. Так, что еще я хотел сделать? Я хотел три ускорения. Давай быстренько завершим их. Так, первый пошел. Это у нас коллаборинг. Дальше кто у нас там идет? Пеликанимим. Ну, давай тоже его выведем. Так, пеликанимим. Ну, пускай здесь будет. Мне, в принципе... Без разницы. Так, ускорение мы сделали, и остается только лишь
PvP-сражение 3 штуки сделать и сыграть в канозойку. Так, давай зайдем в схватки и глянем. Во-первых, мы можем с тобой пройти вот это вот 56 уровень. Уйнозавр у нас будет доступен. Уйнозавр, микропозавр и спинораптор. И вот, ребята, птеродактиль. Я всего лишь 3 уровня поднял. Трэш, конечно. Ну что, давай начнем с разбора. Уйнозавр. Ну, против него, я думаю, даже легко выйдет. Так, сейчас посмотрим еще раз внимательно. Даже кого-нибудь послабее. А, тут 30 уровень. Подожди тогда. Тогда не будем расслабляться. Надо что-то... Можно вот так вот сделать, в принципе. Против микропозавра вполне бы, наверное, подошел бы пеликане Птерикс. И против спинораптора вполне бы зашел, наверное, диплотатор вот этот. Поехали. Я больше уверен, что здесь будет победа за нами. Я больше чем уверен. Правда, вот микропозавр сейчас, конечно, будет, наверное... А лангозавра моего бомбить. Такой шанс есть. Нет, не стал, ребята, он меняться. И это хорошо, потому что мы его уничтожаем. А, нет, не уничтожили. Еще 110 хп осталось у него. Смотри, какой настойчивый, а. Раз, два. Раз. Так, ну что, вырубаем его. И выползает микропозавр. Ну тут-то, конечно, 521 к атаке. Угу. Тут ты, конечно, парень даешь. Да? Бомбанул нас. Сколько нам нужно? Нам нужно сделать... Он 2 атаки, да, прописал нам? Раз, два, три. Раз, два, три. Я думаю, этого хватит. За глаза. Ну что, и остается спинораптор. Что он будет делать? Ну, понятно, подбивает. Но тогда диплотатор, естественно, спинораптор-то сейчас подобьет в легкую. Как же я соскучился, ребят, по Юрскому парку, если честно. Отлично, у нас все получилось хорошо. И что нам? Нам теперь будет доступен уйнозавр на постоянной основе. Вот он. Можем его спокойненько выводить. Сколько он стоит? Непонятно, сколько он пока стоит. Кстати, да, нам нужно, наверное... Блин, как сделать? Ну давай, давай, хорошо, уговорил. Выводим, выводим, все. Давай сейчас всех этих легендарок поставим с тобой. Активировать. Пускай выводятся. Тебе... Так, кто у нас там еще? Кстати, у нас 28... Подожди-ка, а на Раджастегу у нас не хватит? Так, гибриды. Я бы еще бы одного Раджастегу бы заказал, если честно. Сколько ты стоишь? Ё-моё, может быть, лучше Индоминуса потом поставить, а? Ребят, давайте-ка мы, наверное, накопим чуть-чуть и сделаем Индоминуса. У нас будет он 20 уровня. Да, наверное, потерпим пока. Потерпим, значит, пока можно сюда что-нибудь еще влепить. Влепим мы, наверное... Кайвакей, я думаю, будет, да? Нормально, пускай стоит. Сколько тут? 4 дня, 1 день, 1 день, 1 день. Все. Ну, а мы давай смотреть, что у нас происходит здесь по событиям. Вместе с приливом. Поехали. Ой. Ого. Вот тебе и вместе с приливом. Ну что, давай начнем. Потихоньку возьму тилозавра. Против... Слушай, а тут они все, да? Одной масти. Окей. Они тут все одной масти. Поехали. Сейчас попробуем. Друзья мои, если вы как-то можете пополнить у себя... счет в игру, напишите, пожалуйста, мне, каким способом вы это делаете. Я попробовал через Huawei Play Gallery. У меня что-то не вышло. Не работает, по ходу дела, этот сервис уже. Так что, если у вас есть какие-то планы или предложения, напишите в комментах, пожалуйста.
Так, ну что, я думаю, здесь вообще победа на изи просто получилась у нас. Согласись. Тут остался аммонит. Я думаю, что он тут... Ну-ка. Да ему, скорее всего, крышка. А, нет, 470 кп еще осталось. Ну, в любом случае, тогда... Даже так? Ну, как скажешь. Все. Забомбили. Отлично. Это только лишь был первый поединок. Давай-ка двигаться на второй. Мозазавр, Тилозавр и Гелосмозавр. Значит, здесь мы берем с тобой Ромалиозавра. Наверное, Кранозавра я возьму. А вот здесь... Твою ж дивизию, а здесь придется... Сколько? 67. Берем. Вот так еще возьму. Надо выигрывать. Надо, друзья, побеждать здесь. Ну что, начнем с атаки? Фига такой здоровый, да? Да, моза... А, это еще и Мозазавр мод 2. Это не хухры-мухры. Меняется. Гелосмозавра взял. Мы тоже тогда меняемся. И берем бонус. Интересно, он, наверное, сейчас поменяется, скорее всего. Да, друзья, он поменялся. А если я сделаю вот так? Раз-два. Раз. Готов. Печенек. Так, опять Гелосмозавр влазит. Две атаки будет тратить. Две атаки. Угу. Две потратил, две оставил, получается, да? Значит, нам нужно сделать раз, два, три. Да вот так вот сделаем. По полной программе. На тебе. У нас здесь будет преимущество, ребята. Потому что Ромалиозавр как раз силен против таких вот, как Мозазавры и тому подобное. Тем более у него 364 хп. Отправляем его на дно морское. Все, ребята. Второй поединок тоже у нас прошел довольно удачно. Ну что, третий? Плиозавр, Хайнозавр и Лиосихтодон. То есть нам надо будет брать здесь Артакона. Против Хайнозавра Генодус пойдет. А вот против Лео... Так, кого же тут лучше взять-то? По идее, вот этот должен у нас быть приливник. Но я возьму, наверное, вот... Блин. Справлюсь я. Может быть, все-таки откатить? Давай откатим. Погнали. Сразу начну с атаки. Он сейчас испугается, он будет сейчас меняться. Такая мощь, правильно? Так, Хайнозавр. Ну, против Хайнозавра у нас тоже есть, да? Кое-что. Возьмем бонус. Меняется опять. Но атаковать не стал, как я посмотрю. Может, бомбануть по нему, а? Давай рискнем. В топку его. Вот здесь, конечно, мы попали. 5 очков действия. Ему нужно будет потратить 2 атаки. И не забывай, что он 3 взял к себе на запас. Поэтому мы сделаем вот так вот. Вырубаем. И выползает Хайнозавр. Ему придется все слить, абсолютно все атаки. А что, ему 3 хватило? Я думал, надо будет 4. Ладно, Генодус, давай. Разберись-ка с этим Хайнозавром. Все. Все, друзья мои. Что мы хотели, то у нас получилось. Чистая победа. Забираем награду. Что у нас там, рулетка, да? И... Протостега. Ну, ёк-макарю, ну... Землетрясение. Это у нас... Так, битва за выживание. Кстати, битва за выживание тут про еду. Только амфибии? А с кем хоть драться-то? Вы серьезно сейчас?
только амфибии. Твою же налево. Ну, попробуй-ка. Ну, все равно, ребята, тут слишком жестко. Сможем ли мы тут справиться? Сколько там поединков надо, нужно простоять? 4. Мне кажется... Мне почему-то кажется, что мы вряд ли здесь сможем. Но я попробую, конечно. Поехали. Бред какой-то. 360 к атаке. А у меня 74. Чего? О, ребят, ну это фиаско. Скорее всего будет. Мне его никак не пробить. Нет, друзья, это бред. Там 400 с лишним даже, да? А нет, смотри-ка, подбил. Капразуха, ты красавчик оказался. Да, но это был только первый поединок. Там еще сейчас будет. Ну, трындец. Тупандактиль и топилозавр. Да кем тут можно драться-то? Ёк-макарёк. Не, друзья, это бесполезно. Это бесполезно. Я даже не буду здесь драться. Пойду я лучше в битву за выживание проходить. Значит так, Тодзи и Гатс. Ну что я тут могу предложить? Гуанлунь плюс бронетозавр. Вот так вот. Это то, что нам доступно пока. Начнем с атаки, конечно же. Так, 115 хп мы ему оставляем. Я тут вообще не паникую, ребята, потому что он нас не пробьет. Ну, даже если он сменится, это все ерунда. Единственное, что да, нам придется тоже, наверное, поменяться и сделать допочки. Ну что, опять будешь меняться, да? Нет. Решил все-таки клюнуть. Раз, два, три. Этого нам за глаза и за уши. Упс. Как так? Как так, друзья мои? Я не добил его. И он тоже нас не добил, да, получается? Меняемся. Раз, два. Раз, два. Ну что, Гатс, иди сюда. Покумекаем, так сказать. Ну все, ему крышка сейчас будет. Всю нашу мощь и силу направляем на Гатса. Как-то так. Ну что, у нас второй поединок сейчас будет, по идее. А здесь Диплокаус плюс Коллаборинг. Ну, если мы возьмем... Я даже не знаю, наверное, взять... И хочется, и колется, ну, ты понимаешь, да? Давай тогда сделаем вот так вот. Что, начнем с атаки или как? Или мы... Не, давай возьмем допочки. Меняет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Так, давай-ка мы сделаем вот таким вот образом. Раз, два. На тебе. Диплокаус. О, ребята, он ничего не сделает против нас. У нас 543 хп, у него 73 атаки. Хе. Он замучится пыль глотать. Все ему, крышка. Так, второй поединок тоже у нас прошел довольно неплохо. И, по-моему, сейчас будет третий, последний, да? Третий, последний. Здесь у нас Ютараптор и Лимносцелис. Ну, мне бы, конечно, сколько стоишь? 74 на откат. О, 16.
А вот против Лимносцелиса надо взять... Сколько? 61. Ладно, возьмем тебя. Все доллары, считай, растрезвонил. Да, хитер жук, хитер, тут не поспоришь. Но я знаю, что Пеликаниптерикс, он всех завалит. И Лимносцелиса, и Ютораптора. Так что я даже не переживаю по этому поводу. Так, он ничего не делает почему-то. Пойду тогда я в атаку. Так, и вот Лимносцелис выполз. Ну и все. Вот, допрыгался кузнечик. Атакуем. Заклевали. Все, друзья мои, все. Победа. У нас там что, хавчик был, да, по-моему? Да, почти 45 тысяч еды. Плюс 130 очков доверий. Что тут у нас? Забираем награды. И по ежедневкам нам остается Канезойку сыграть и 3 ПВПшки. Эх, жалко, випки нету. Я бы, честно говоря, пополнил бы випку и взял бы ее. Но никак. Если... А, я уже вроде бы вам показывал, да? Что как-то все дело происходит. То есть, если мы нажимаем вступить, например, да? Запрос обрабатывается, вылазит вот такая вот штука. И все. Ничего ты пополнить не можешь. Но все равно некоторые говорят, что есть способы пополнить. Так, ну что, мы давай-ка, наверное, продолжать. А нам нужна ПВПшка именно кайнозойской эры. Раз, два, три. Зашибись, у нас и баксов еще не хватает. Придется рекламу глядеть. Но кого нам тут подсунут? Депортадона, Эндрикотерий и Археофицион. Блин, неудачно я попал, конечно. И он еще первый ходит. Так, против... Ага, пещерник. Значит, Паноктус нам понадобится здесь. Бомбанул, а? Ты посмотри. Сейчас будем смотреть, кого он будет выбирать. Сам решил атаковать. Ух ты какой. Это его огромная-огромная ошибка. Раз, два. Блин, мне придется все слить. Допустим. Так, Эндрикотерий. 704 к атаке. Ой-ой-ой. Все сливать будет, все, подчистую. А он еще и 38 уровня. Да, Паноктус, вот я так вот разобрали. Тан-тан-тан, давай вот так вот сделаем. Неужели он сейчас бомбанет? Все 5 атаки сделает. Он может. Прикинь. Вот так вот. Он все слил, поэтому нам здесь будет немножко попроще. Ага, у нас еще и повышенная там будет, да? Раз, два. Иди отсюда. Археофицион выползает. С
Замечательно, это просто круто. Он попал нам чисто в блок. Ну а мы тогда с 5 атаками его уничтожаем. Классно. Я думал, что мы здесь не выиграем. А видишь, все получилось как надо. Я подошел, сказал, удачно вышло все. Это прикольно. Ну давай, приз любителя. Еда. Так, еще разочек крутанем. И опять нам выпадает еда. И опять нам выпадает еда. Так, нам нужно еще принять любые две ПВПшки, да? Две поединочки. Ну что, да ёк-макарёк, что там? Кто там опять буянит? Ну что ты, что ты? Я не пойму, там разоряешься. Значит, две ПВПшки. Так, водную нам не стоит трогать, потому что у нас там ничего не осталось. Мы всех потратили, а вот здесь, блин, у нас Гасторнис тоже мог бы прокачаться до 20 уровня, кстати. Ладно, сделаем так, так. И вот так. Откуда у нас 44 доллара? Что-то я не понял. А, мы же задание выполнили, да? Ничего, я не помню, откуда у нас баксы вдруг выползли. Сумчатый лев, ёк-макарёк. И здесь-то никак не подбить, а? Он еще и первым ходит. Ну что, будет менять, наверное, да? Меняет, конечно же. Гасторнис? Давай возьмем Гасторниса. Будет бомбить или будет меняться? Меняется. Твою ж дивизию. Ну что, он сколько потратил? Две атаки или одну? Что-то я как-то забыл, сколько он там сделал. Вот так-то. Значит, все потратил. Так, выползает опять этот глиптодон. Если он сейчас все три атаки зарядит, нам кранты, ребят. Это уже, друзья мои, специально все делается. Ну, а здесь мне уже ничего не сделать. Я не смогу его пробить. Как ты тут его уничтожишь? 169 хп. Даже если бы мы его пробили бы, мы бы таких люлей получили бы от Индрикотерия, что просто жесть была бы. Сфейлился, короче, одним словом. Все-таки очень-очень плохо у меня развиты именно животные. Именно вот кайнозойская эра, она у меня самая слабая. Давай-ка мы попробуем здесь сыграть. Я возьму Птеродактиля, Раджастегу и Нундагозавра. Сейчас мы глянем, что у нас из этого получится. Птеродактиль. Слушай, он... ты посмотри, сколько у него атака. 1170. Ну, мне и противника выдают, да? Некислого такого. Просто некислого. Ладно. Давай посмотрим. Ну что ты там крякаешь, крякает он мне. Все-таки решил атаковать, да? Оу! Вот это фокусы. Вырубаем. Так, Глитронакс.
меняет. Ты серьезно? Пам-пам-пам. Проверка. Но мы его не вырубим, понятное дело. Сколько ему тут надо? Ему надо две атаки зарядить, по мне. Две атаки он зарядил. Раз, два, три. И защиту возьмем. Ага. О, 282 к атаке. Тьфу. Растереть и выкинуть его отсюда. Глиттернакс, короче, вообще ничего нам не сделает. Вообще, ребят, ничего нам не сделает. Раз, два, три. Сейчас мы посмотрим. Он должен расколоться. Все, ему кранты. Поехали. Точно кранты-то? Да. Вот как-то так мы его уничтожили. Хоть где-то нам повезло. Че, опять рулетка? Суперприз? Ну дайте мне действительно суперприз. Вот тебе 100 ДНК и радуйся, иди, да? Ну и еще разок крутанем. И это еда. Ну, в принципе, и все, ребята. Забираем здесь награды, забираем наш ежедневный пак. Ну, давай, 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 запрос обрабатывается. Так, 40 долларов, это хорошо, и немножко еды. Кто у нас тут? А, Птеранодон будет выводиться. То есть до 40 уровня мы его потом прокачаем, получается. Так, а где у меня птеродактиль? Я хочу ему пару уровней еще поднять. А, птерозавры. Где же, где же, где же, где же он? Вот он. Смотри, сколько один уровень стоит. 383 тысячи. Это, конечно, жестко. Это жестко, ребят. Почти 400 тысяч. Кто там выпендривается опять? Непонятно. Капразух, ты-то что не сидишь на месте, а? Неугомонный ты наш. Окей. Вот здесь не успел. Твою же налет, слишком быстро как-то поехал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. По идее должно быть легко, но что-то тут как-то быстро все. Так, предпоследнее. Да это чтоб тебе, ну ё-моё, неужели не получим? А неужели сбежит? Нет, поймали. Поймали, но награда будет маленькая. Как ты понимаешь, да? Что у нас тут на рынке что-то показывают? А что тут мы новое что-то приобрели? У нас ничего, по-моему, нового здесь нету. Абсолютненько ничего нового здесь у нас нет. Ну что, друзья мои, я думаю, что на этой ноте можно, в принципе, и заканчивать сегодняшнюю серию. Жалко, конечно, что землетрясение. Ну, ребят, ну это никак не одолеть мне. Это только второй поединок. Я боюсь, там третий еще будет. И четвертый, хотя... Не, они только чисто амфибии дают. Если бы давали какого-нибудь хищника бы, хотя бы одного бы, да? Тогда можно было бы. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.